Всем привет! В этом выпуске, как уже понятно по картинке, речь пойдет о чесноке. А точнее, я покажу, как легко приготовить чесночный дип для рыбалки, от которого балдеет белая рыба, карп, а тем более карась. Дип на основе обычного подсолнечного масла. Нужна емкость и пару долек чеснока маленьких, либо вот такая, как у меня, здоровенная долька. Итак, в емкость наливаю обычного подсолнечного масла и выдавливаю туда чеснок с помощью чеснокодавки. Прям вываливаю туда весь чеснок. Даже тот, который остался в чеснокодавке, все туда. Если нет чеснокодавки, не проблема. Можно раздавить чеснок ножом или порезать чеснок на мелкие кусочки и закинуть туда также. Перемешаю. Ну вот, готово. Теперь закрываю плотно крышкой и оставляем чесночный дип настаиваться. Желательно, конечно, чтобы он настоялся минимум от 3 дней до месяца. Соответственно, чем дольше настоится, тем будет лучше. Настаивать и, соответственно, хранить нужно так же, как и обычное подсолнечное масло, то есть при комнатной температуре и без прямых попаданий солнечных лучей. Такой рецепт очень прост, но и очень эффективен. Проверено на личном опыте. Ну а вот чесночный дип с прошлой рыбалки, как видите, он уже такой стал мутный, более густой, настоявшийся с чесночком. Масло приняло запах чеснока, отлично пропитывает любую приманку, любую наживку. И отлично он себя показал на рыбалке. Надеюсь, видео было полезным. Поддержи его лайками, дизлайками, комментариями и подпиской. Всем удачи, не хвоста, не чешуи. Пока! Вот он результат. Прикормка с чесноком. Чесночный дип.